Мы сегодня у бабушки. Да, Слава? А что у нас дома-то? Почему мы не дома? Потому что у нас дома лимон. Да, нам сегодня мебель собирают. Саша забрался повыше на диван. Мы подушки убрали вниз. И он туда бегом скорее-скорее, да? На диван забрался. Хитрулька. Да. Настя у нас на кухне, но тоже с нами. Папа у нас дома. Бабушка на работе. Слава. Сашин блин. Да, блин твой. Ты его уже весь раздербанил. Ну, кушай сам. Так по чуть-чуть кушай. Да. Вся семья любит блины и оладушки. И Саша в том числе. Да, малышарик. Саша, вкусно? Вкусно? Сашенька, вкусно? Нет. Ну, буду кушать, да? У него, как и у Насти. У Насти раньше нет. И да, все равно мотание головой слезает. Ну и куда пошел? Мультики. Дома целый день одни мультики включены. И у бабушки, да? Мультики. Одного пришлось достать. Вдвоем купаться вообще не могут. Даже голову сегодня не помыли. Все равно весь сырой. Она тоже распечатывается из полотенца. Второй купается там. Сегодня 23 февраля. Настя сварила борщ. Папе. Папа у нас очень любит борщ. Мальчишкам Настя сегодня сварила рис с курицей, вот который мягонький такой, который рис круглозерный, то есть он не сухой получается, с курицей, мелко тертой морковкой, луком. Мы уже поели, Сашенька с удовольствием съел. Так что Настя сегодня балует наших мальчиков, да? Я вчера вечером постряпала кексик, осталось от него уже меньше половинки. Вот. Вечером у нас еще от курицы осталась грудка. Часть курицы сюда, с бедрышек и с голени ушла. А грудку мы запечем в духовке сегодня с помидорками. Ну, ближе к вечеру. Еще хотела сказать про борщ. Борщ у меня получился вот такой красненький, наваристый. Все лопаточки у нас в посудомойке. Слышите, посудомойка. Ну, видите, достаточно густой. Борщ у нас сегодня на курице. Чесночок уже отдельно, свеженький, добавим каждому в тарелочку. Ну и зелень, соответственно. Она хочет сделать селфи на фоне того снега. Да не, я уже сделала. Зачем? Случайно. Фотографию, хотя хотела начать записывать видео. Сегодня 23 февраля. Наши мужчины остались дома. Мы взяли с собой только маленького. Мужчина. Ну да. Главный. Идем с Наськой на Озон. У нас там пришла доставочка. И потом зайдем еще в продуктовый магазин. Да. Покажи меня. Вот он сидит. Хотела рассказать. Саша заказала на 23 февраля в Литуале туалетную воду. С доставкой на дом. Заказала еще 20 числа. Оплатила через сайт. И то есть 23-го обещали доставку сделать домой. Или 22-го можно было забрать в магазине, но надо было ехать. А чтобы это было сюрпризом, я решила, что ну, пускай доставка будет домой, курьер привезет, и будет как бы, ну, сюрприз Саши. В итоге сюрприза не получилось. Сегодня мне звонят с DPD. Оказывается, у Литуаль нет своей доставки, они все заказанные товары, несмотря на то, что находятся в одном городе, отправляют через DPD. А с DPD приходит сообщение, ну, этот автоответчик обычным голосом сообщает, что доставка будет 24-го. Я очень расстроилась, честно говоря. Давай звонить в Литуаль. Они мне говорят, ничего не знаем. Доставку передали еще вчера. То есть сегодня вам должны как бы привезти. Я говорю, ну, знаете, мне с DPD позвонили и сказали, что доставка завтра. Мне говорят, мы эту проблему решить не можем.
У нас даже нет никаких номеров. Связаться не с кем. Это я звонила в интернет-магазин Литуаля. Хорошо, позвонила я в DPD. Чтобы уточнить, что все-таки за ситуация сложилась, и почему так получилось, и кто в данной ситуации крайний. Я говорю, сегодня праздник, испорчено настроение у меня, муж у меня тоже остался без подарка, и кто в этом виноват. В итоге DPD признали свою ошибку, у них какое-то превышение квоты, видимо, к празднику очень много заказов, и поэтому сегодня они не смогли, ну, не смогут доставить, и доставят только завтра в течение дня. Так что Саша сегодня на словах был поздравлен. Мы приготовили, не мы, Настя сегодня готовила кушать. Вечером мы еще сделаем что-нибудь тоже вкусненькое. А сам подарок Саша завтра получит. Вот такая у нас ситуация. Смотрите, у нас такая погодка, солнышко. Снежок лежит, но птички поют. В принципе, все тает. Народу много на улице. Чувствуется уже весна, да. И хочется уже, чтобы этот снег сошел наконец-то. И травка распустилась. Бабушка Сашке подарила чашечку и ложечку. Там еще вилка. Там есть для правши, есть для левши, как бы. Да, ложки. Сам говорит, да что они такие кривые? Вилка такая же, и вилка такая же. Скажите, у меня такая большая картошка, да? Кушает. 23 февраля, ребят, праздники. Сердцо. Домашнее. Мимо рта немножко. Ну ничего, скажи, я научусь. Большая картошина. Я скажу, научусь. Мягкая картошина, да? А что ноги-то спрятала? Ноги есть еще привязаны. А вторую? Покажи нам вторую ногу. А на сот села тоже вторую. Чиполлино, блин, ходит в одном носке. Всем привет. Еще раз, да? Поехали мы, короче, это, смотришь, Леруа Мерлен, вот этот, и Костораму. Сдать плиточку оставшуюся, вот эту, кирпичики у нас. Четыре коробки. Четыре коробочки, да. И одна коробка плитки осталась. Но Марина посчитала, что там где-то на 2500. Да. И герметик мне надо взять. Не спит. Ну, конечно, не спит. Ну, и Саня не спит, и Слава не спит. Слава не спит, и Настя. Настя недовольна со Славиком, потому что Саня устроил истерику. Мы хотели оставить Настю с Сашей. Настя-то была согласна, но Саша был не согласен. Саша... Все, отвезите меня, все. Видите, молчит, сидит довольный, самый счастливый. Это у нас ребенок, который дома вообще не любит сидеть. Путешественник. Вот, поэтому сейчас мы съездим, если по чекам все нормально, вот у нас около 2 месяца прошло, да, больше? 2,5. Да, мы в конце декабря покупали. Ну, то есть, если примут, то 2500 мы сейчас вернем. Вот, ну, купим герметик, соответственно, коричневый на двери, это вот это, то, что я должен доделать. И, соответственно, белый герметик надо купить. Промазать, получается, вот это расстояние как между кирпичиками, чтобы красиво все было. Вот. И потом, соответственно, я возьму красочку и начну подкрашивать все. Ну, краска-то у нас дома есть? Ну да, там есть, частично это как бы осталось, но надо будет все равно еще один слой покрывать краски. Я думаю, что на кухне-то на баночку брать целую будет. Или там это, я просто не знаю, на балконе вот краска, она стоит, она испортилась, не испортилась за зиму, замораживалась. То есть, как бы, может ее хранить, как бы, определенной температуре надо. Не там, знаю, там, надо почитать на банке. Тем более, там уже сколько прошло после того ремонта уже? Второй год прошел. Год прошел. Зимой красиво. Поэтому прошлый. Это фиг его знает, она может уже испортилась, она же скрывалась. Легче банку взять, да покрасить по-человечески. И себя все равно делаем. Вот, и потом получается, что у нас остается еще, что мы хотели еще сделать. А, ну плиточку я хочу на пол вот эту маленькую доделать, все-таки уже с это съездить вон к ребятам болгаркой отрезать вот этот кусочек. Потому что плитка резом, она ломается. Да. Ну, болгаркой чиркнуть как бы в одном месте там красиво. И все. И уже не париться доделать, как говорится, и с ремонтом уже сделаться. Приехали в Леруа, получается. Сейчас пока девушка одна сидит на возврате. Народу много. Она такой, остальные его курят. Сейчас сдадим товар и поедем дальше к Костораму. Там если что, герметик возьмем. Ну все, ребят, поехали. Все, у нас пацаны в машине спят.
Нам сказали, что все можно вернуть. Девушка, вот буквально только мы камеру включили, да, и все сразу. Сразу все появились. Да. Все, пошли, где наша машина? Вон наша машина стоит. Сейчас быстренько загрузим и поедем. Вот, ребята, столько у нас осталось, получается. Че, тяжелая же? О, машина гонит, гонит. Маленько распугало. Чуть не сгорело. Бика нас не задавила. Что, фильтр нашли мы? Да, да. Да, у нас, оказывается, там был с магнием для сердца, короче. А здесь просто от накипи. Ну, с другой стороны, от накипи вообще нормально. У нас их мы. Маск, как я скажу, знаешь, внимание привлекает, добро красивое. Супер тряпку видел, это говорит дешево. 127 рублей в магните. Даже я не знаю, как впитывается. Что, супер тряпка? Да впитывание не знаю как. Еще одну, ну одну. Нет. Идем давай. Лицо, говорит, не распознано, да? Тряпочки еще взяли. Приехали в Кастораму. Да, что, давай тележку возьмем? Ну, давай. Вы посмотрите на нее, вон там ходится. Сейчас увидела большие деревья, там вот апельсины стоят. Она говорит, надо будет взять. Я говорю, давай сейчас возьмем. Нет, возьмем с зарплаты. 1700 это дорого. Пошла смотреть цветок мужское счастье. Но я так понимаю, что тоже зарплаты. Какого фига ходит, какого фига выбирает. Вон, видите, видите, о, видите, ходит. Все время придумал какой-нибудь прикол. Блин, я вообще не знаю, как с ней бороться. Так, а что ты дальше? Дальше-то что? Ну, ну посмотрела ты дальше, что мы будем покупать, нет? Нет, зарплату. Видите, я говорю, ребят, нерв сегодня просто треплет. Вот весь вечер. Вот я с собой ее взял. Прям зарплаты, а эти твои мужское счастье, какие-то. Весь нерв мне треплет, треплет, а. Люблю ее, ну блин, пойдем с вами домофон посмотрим. Если у них здесь домофоны. Сейчас быстренько сходим. Домофонов, причем по той стороне. Тут всякие розетки. Кабеля. Сейчас сходим. Смотрим. Система домофонов. Ну, я уже смотрел их. Ничего путевого здесь нет, Маришка. Я их смотрел. Ничего не поменялось. Нет, я к ним приезжал, смотрел. Ничего не поменялось у них. Маленькие. Дорогие, это не так. Ага. Ну, это недорогие, то, что я хочу купить, но подороже. 9900. Я хочу на андроиде купить, здесь их нет таких. Поехали дальше. Маленький, говорю, мечта у меня, видите, какой наборчик. Классный. Это очень большой такой. Да, тут есть все, все удлинители, все есть. Чем больше набор, блин, тем лучше. Вот, это не мой вариант, а вот этот. Там всякие биты, все. Вот этот, наверное, да, у меня есть, нет? 3900? Нет, это вот этот. А этот я не знаю. А, ворон, наверное. Нет? 500 рублей, что ли? Нет, не ворон. 2700, вот он. Ну, это тоже недорого. Да. Я тебе выбирала между туалетной водой и набором бошевским, хотела купить. А бошевский большой набор или маленький? Как у тебя сначала хотела купить? Не, он слабенький. Да, вообще он недорогой. Не выдержал он. Так, вот этот нож нужен мне. За 406 рублей снимай. Вот, или 800. Какой лучше взять? Не обязательно нужен нож, но нет ножа. Ножа нету. А что тебе 250 не нравится набор? Дешево и сердито. Вот. Сказал бы я, блин, ты женщине. Добро молчу. Так. Ну-ка давай за 400 лет посмотреть с ними. Нет. Вон тот. Да-да, сними его, посмотрим. Хороший набор. Не знаю, что качество, ребят. Москва изготовлена. Словения. Так, Словения. Нет, ну вот этот вот еще. Это да. Этот вот. Чье производство? К
канал этот поддержишь, Словению? Вот этот зеленый поддержишь? Держу. Ну, так удобно. Ну, так-то это... Удобно, чье производство? Таиланде. Таиланд. Не, такой вот это прорезиненный, удобный. Ну-ка. Вот этот он как поинтереснее, кажется, будет. Вот эта же фирма. Не-не, надо вот такое здесь. Сейчас посмотрим ножи только. Джик-джик. Ну да, прикольно. Вон он торчит, острый ножик. А это затягивает, получается. Вот такой вот вариант хороший. Надо брать маленько. Не так дорого, да? Ну-ка, вот тот за 406 достань. Это уже какой-то использованный, видишь? Тот его доставал, кончик. Держи. Острый вон торчит, аккуратно, не порежься. Возьмем, ребят, в хозяйстве все пригодится. Там, тем более, лезвие уже есть внутри. Надо будет купить еще лезвия запасные. Только я не знаю, какие там есть. Это тоже какое-то. Это Китай. А, это Китай, да? Нет. Так, а лезвие не видишь, есть у них? Запасные. Ну там вот есть, но это китайские лезвия. Вот этой фирмы, посмотри, лезвия. Вольф Крафт. Внизу вон там. Есть лезвия? Нету? Что, это лезвие, да? Да? А? Китай. Понятно. Это Словения. Я прям удивлен. Какая хорошая заботливая жена. Маринка, твой инструмент дома у нас нету. Мозг выносишь, тут будешь давить. Нет, такой маленький. Ну ладно. Там ножи есть, я думаю, что это разберемся. А вон ножи висят. Вот они лежат. Вот ножи. Вот. 553 рубля, ну-ка. Вот, да. Угу. Вот это они. Если ты знаешь, что тебе надо потом. У тебя же сейчас есть. Там одно. Ну, хватит тебе. Нет. Я потом буду что, ездить искать, что ли? Ну, Саша, ты знаешь. Как же ты любишь мост это трахать, а? Не дам. Они дороже, чем... Не дам. Не дам. Птичка, мозгоклюйка, ребят. Да. Взяли мы, в общем, за 1000 дополнительные лезвия. 100 штук. Птичка, мозгоклюйка едет мне. Всю дорогу мне мозг клюет. Тюнь-дюнь-дюнь-дюнь-дюнь-дюнь-дюнь. Так, венги надо найти, герметик. Цвет коричневый, лучше ищи. Клей монтажный. Нет, это не клей нам нужен. Герметик нужен. Давай. Венге ищи. Цвет венге. Вот это такая фирма стрёмная. А, кстати, нам надо сейчас молодого человека попросить, чтобы он нам дал такой герметик. Пойдем. Глаза грустные. Дали ему герметик. Птичка, мозгоклюйка. Вот. Давай, вот там убрали. Там скотч был большой, 200, да, рублей? Нет, 140. 140? А какой там размер был, не помнишь? Нам надо много. Вот 120 есть. Там вот такой же, наверное, был, да? Вот 120, видишь? Давай возьмем 3 штуки. Чтоб не ездить. Я возьму себе 3 штуки, хорошо? Все, я больше этого ничего не хочу. Да? Да.
Ты можешь теперь спокойно мне клюк-клюк-клюк-клюк-клюк-клюк-клюк-клюк делать. Лицо какое довольное. Ах ты какая. Клюйка. Какие 13. А даже 7 есть. Какие 7? Давай выбирай там из натурального ворса. Вон, смотри. Вон там. 59. Посмотри, вот кисточка висит. Вот-вот. Не-не-не-не. Чего нет? Вот она. Ну вот там еще есть. Ну почитай. Смешно щетина там. Синтетическая. Ну-ка посмотри, где это для покраски хорошая. Ну-ка давай смешанную туда возьмем за 52. Для покраски должно быть нормально. А? Синтетическая. Давай, бери вот эту смешанную, которую ты трогала. Коричневую. 52. Она, то есть, это, да, та же самая она висит. 20. А? Вот давай натуральную лучше возьмем. Натурально всегда будет лучше краситься. Вот, натурально, да? Вот. Все, ребят. Жена у меня исправилась, стала молодец. Сейчас кисточку мне за 49 рублей возьмет. Знаете, ребят, сколько мне будет вспоминать, что она пошла мне навстречу, взяла кисточку такую. Вот 34, тоже натурально. Слушай, женщина, пошли давай, а? Вот надо еще пленку мне красить буду, слышишь? На пол. Смотри какую-нибудь здесь дешевую. Вот пленку можешь дешевую посмотреть. Вон там 3 на 4. Мне надо просто на пол ложить, чтобы не заморать. Не, здесь-то клеящая, это на двери. Вот напольную. Да, вот возьми небольшую. 3 на 4. Давай вот ее. Возьмем. Все. Все, пошли на кассу. Любимая клюйка. Мозгоклюйка, любимая. Клю-клю-клю, птичка мозгоклюйка. Да? Заходишь в такой магазин, тебе надо все. Надо, конечно, надо. Я же для дома, я не для себя. Все в дом. Все в дом, как настоящий мужчина. Что надо-то еще? А, читай. Все купили? Я тебе писал. Давай, смотри. Читай. Еще от мошек надо ленты. Да-да, мы землю купили, ребята. Опять, блин, эта земля попалась с мошками. Надо быстренько ленту купить. Тебя был герметик 5 бутылок, ты взял больше. Взял 6, герметик всегда нужен. А он потом сохнет, и ты выкидываешь. Он не сохнет, это у тебя сохнет. Срок годности вышел. Да, конечно. Давай, 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 иди, до свидания. Давай, до свидания. Сейчас попался нам дяденька такой, хороший работник здесь в очках. Мы какой бы вопрос ему не задали, он там 11-я аллея, нижний ряд. Там, а где вешалки там? Там такой-то, такая-то аллея, такой-то ряд. Блин, вообще прям, знаете, ребят, молодец такой. Красавчик. Он сказал, по низу надо смотреть. Вот. А вот они, химикаты начались. Да-да-да. Вот, смотри где-нибудь. Да. Клейки, ленты. Да, давай, зайка, сразу же берем их. Мы знаете, как этих мошек, ребята, вводим? Когда землю попадается вот такая, мы просто в горшочек ложим, получается, вот эту ленту. И буквально за 2 дня они же вылазят. И всех это... И все, им хана. И больше их нету. Да-да-да-да-да, и они тоже... Смотри, может, пачки запечатаны есть? Нет? Так вот, да. Разбросано. Ну, бери штучек 6, 7, ну, 8. Давай лучше возьми это. 5. Какие 5? У нас сколько горшков? У нас это... Бери 10 сразу же. Ты что, столько горшков? Давай. 10 даже мало будет. Смотрите, была клеенка, да? Можно было попросить на клеенку. Я бы догадался. Ай, маленькая. Это. Сколько взяла? 10 взяла? Бери еще 2. Я смотрю, упаковки нет. Ну, 2 еще 2 бери. Ну, ну давай 2 еще бери. Скрипя душой. По 9 рублей. Ой, злюка, да, ребят?
тебя внутри свербит что-то? Нет, не свербит. Реально не свербит? Тебя подменили? Вот давай я тебе мышеловку возьму тебя ночью, чтобы в холодильнике лазила. Я 35 ночью, рублей. Ночью не лажу в холодильник. Да ладно. Сколько раз видел, и меня сманиваешь. Ты рассказываешь. Кстати, подписчики написали, что ты похудела. Она, ребят, реально. Я не видела, что она реально как бы это, как бы на нее тут воздействовала. Она сейчас кардио делает каждый день. Занимается. Ой, что-то. Что-то где-то пиликает. Ну. Ну все, давай, поехали уже. Слышишь, что-то пиликает? Пи-пью здесь. Это что-то пиликает. Поехали. За вешалками. За подарками в ЦУМ, за подарками в ЦУМ, за подарками в ЦУМ. Хорошо. Кухань. Лампочек-то сколько? Лампочек. Какие вешалки? Впереди деревянные вон. Где? Вон висят их много, блин. Вон, 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 вон. Уже начала жаловаться. Давай. Нам нужны пластиковые. Ну, можно вон набор железных крайняк. Вот эти вот, которые с пластиком. Ну, лучше, конечно, пластиковые. Вот висят. Не знаю, набором или сколько? 79 рублей. Это что, набор? Вот этот. Вот этот 79 рублей. Сколько штучек их? Три? Ага. А вот здесь вот по 50 рублей, Мариш. А это одна, да, по 50 рублей. Уже мы вот, помню, покупали по акциям, да, это много сразу. Раньше запакованы они были. Ну, 79 рублей нормально, адекватная цена вроде. Судя, какие цены здесь лупят. Тоже три. Ты махаешь ими, проверяешь, сможешь меня это бить ими, да? Да, да, да. Как хочешь, догадливый. Догадливый. Однако, живу не первый год с тобой. 20 лет жизни тебе подарил. Давай, давай. Три штуки бери. Три по три? Да, три по три. Так, это сколько ты взяла? Три по три? 9 штук. Маловато будет? Ты машешь что-то неаккуратно-то. Не боишься меня задеть? Вон и сколько, давай еще. Все. Еще одну, одну бери. Еще одну. Мало будет, я тебе говорю, вот 100%. Я-то ведь знаю. На них что, хорошо вот эти, они как бы, это, а так они чисто пластиковые, да? Да. Тоненькие. Ну, пускай, бери. Потом нормальные подберем. Тогда три это... возьмем, остальные ставим. Бери, Насте тоже надо. Бери. Для рубашек такое пойдет. Под одежду тяжелую надо. Эти хорошие. Эти хорошие, да. Но они, получается, под этот надо брать. Некачественно. На них и рубахи скользить не будут. На этих вот скользят, а те, видишь, они как порезиненные. На них ничего не скользит. Ну возьми вот тех вот как бы это. Две пачки. Возьми две тех. А под это, найдем. Под кофты. А где ты потом найдешь? Мне вот просто интересно. Нет. Такой находчик, блин. Вообще. Пойдем. Ладно, взяли он под рубашки, да что такое, пойдет. По 79 рублей, ребят, знаете, как его сейчас рвет внутри? Вы не представляете просто. Я-то ее знаю. Да. Внутри там всех, как бы, хорошим словом вспомнила. Дяденька катается. Целый день, прикинь, катаешься. Чуть не заревел, ребят, сейчас. Я говорю, рыбу, давай мы это, возьмем это. Я говорю, вот надо было три копченых, просто подкопченых вот слегка вот эти взять. Нет, возьми мне такой, ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Так, сейчас надо домой прийти будет, сразу же делать этот обзор на продукты, купили? Которые мы купили, да. Там, наверное, не будем строительным материалом, а вот такое вот, наверное, сделаем. Ну возьми мне, пожалуйста. Я говорю, ты мне такой ребенок взрослый вообще, бля, гуляли так. Схватил за рыбу. Хлебушек? Зачем тебе крупный хлебушек? Пошли давай, чипсы ты Насте обещала. А Славе палочки сырные. Давай возьмем. И пошли домой. Никакого хлеба тебе. От
хлеба жопа толстеет. Огромное спасибо вам за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео. Всем до новых встреч!